В случае разворачивания войны Армения может потерять и Зангезур. Как передает Минвал АС, об этом сказал известный российский политолог, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко, комментируя недавние провокационные действия Армении на границе с Азербайджаном. Эти противостояния являются следствием незавершенности политического процесса после войны 2020 года. Я уверен, что внутри армянского общества есть желание реванша, горечь от поражения и надежды на внешнего союзника, который придет и спасет. Когда нацистская Германия терпела поражение, уже с конца 1943 года ее судьба была предрешена. В Германии до последнего рассчитывали, что Сталин поссорится с Рузвельтом, появится чудо-оружие. Надо давать отпор провокаторам, но при этом двигаться по пути мирного процесса, в том числе помогая армянскому обществу обрести этот путь. Шевченко считает, что в случае разворачивания войны Армения может потерять очень многое. Азербайджан за эти два дня ясно показал, что крики армянской стороны могут привести к тому, что Армения и Зангезур потеряет. Армения рассчитывает на то, что Россия обрушится на Азербайджан. Это наивный расчет. Более того, это преступный расчет, поскольку втягивает Россию в интересы в регионе. Россия не будет вмешиваться, не будет воевать за Армению, подчеркнул российский политолог. Кроме того, Шевченко прокомментировал заявление армянской стороны касательно якобы неизбежности противостояния между Россией и Турцией. Армянская сторона постоянно говорит, что столкновение между Россией и Турцией неизбежно. «Я не считаю, что это неизбежно. Мы видим вполне нормальную кооперацию. Мы видим, как президент Путин и президент Эрдоган обмениваются телефонными звонками, встречаются. Россия строит в Турции огромную атомную электростанцию. Ведет переговоры о продаже Турции самых современных систем российского вооружения. Поэтому это очень опасные иллюзии, которые могут привести к террористическим и диверсионным актам, подобно тому, что произошло недавно в селе Дашалты. Армения находится в ситуации иллюзий. Нет ничего опаснее в политике, чем иллюзии, заключил Максим Шевченко.